Доброе утречко. Мы проснулись. Миленка уже тоже проснулась. Собираемся в садик. Сегодня, кстати, у нас 6 февраля. Сегодня у нас прогнозируют самую такую прямо смачную магнитную бурю. Вот, так что сегодня держитесь все гипертоники, гипотоники. Сегодня будет магнитная буря. И сказали, что она будет даже на несколько дней. От нее останется как остаточность, что она будет такая сильная. Я сегодня встала, вроде у меня голова не болит, так-то я тоже очень гиперчувствительная на все такие дела. Как бы встала, вроде бы, ничего, нормально. На улице у нас минус 8. Сегодня такой прям хорошенький, как хороший морозец такой. Милена у нас вон одевается, собираемся. Время уже 7:30, сегодня мы что-то запаздываем. Милена очень долго не вставала, валялась. Мне, в принципе, спешить сегодня некуда. Я ее прямо ровно к 8 хочу привести в садик. Так-то мы все время приезжаем где-то без 15. Сегодня ровно к 8, потом пока заеду в магазин. И мне нужно съездить, заплатить за свет, за газ, за воду, оплатить кредит. И потом у меня... Потом привезти маму с Лерой, и потом у меня массаж. Сначала пойду к соседке, а потом поеду вот туда, в Сосновый Бор, куда я езжу каждый день. Поэтому сегодня торопиться мне сильно некуда с утра. Милена, у тебя, по-моему, маечка. Опа, шкура зашлась. Смотри, дырочка. Вот она, шкура зашлась. Так пойдешь? Че? Что вот, Елена, поздоровайся, пожелай всем доброго утречка. Колготки натягиваем. Колготки не успеваем покупать, только купим, они уже ей становятся короткие, прям не налазит. Я говорю, капец, Милен, ты растешь у меня как этот, как морковка на грядке, да? Ой. А кто сказал быть здорово? Спасибо большое. Ой, что-то чихнула. Давай, одевайся, пойдем причесываться. Сейчас пойду заводить машину и поедем. Так что всем доброго утра, хорошего дня, позитивного настроя. Завтра последний день, опять выходные, поэтому всем удачи, всем хорошего завершения рабочей недели. Не раскисайте, не болейте. У нас все школы закрыли на карантин. Так что, не знаю, садики пока не закрывают. Школы пока закрыли. Я не знаю, как они собираются у нас в этот... Куда вы, Милен? В музей? Собираются в музей, но они собираются, по-моему... Поедут на автобусе, да, прямо с садика. Вот сейчас мне надо будет заплатить. И, по-моему, они собираются через недельку или даже через две. Там, я надеюсь, что пройдет уже вот этот вот грипп, потому что все учреждения сейчас, которые связаны с детьми, массово их как бы закрывают, все кружки, там, вот все вот это вот. Поэтому сегодня надо будет сдать деньги, и, в общем, они собираются всей группой своей. Так что все, ребят, будем собираться и поедем. Приехала домой, так, купила к чаю Леруське вот такие наполеоны, ее любимые пирожные. Так, купила вот такой вот полезный завтрак G7, обалденный просто, вкуснятина. Увидела тут недавно рекламу и сегодня увидела в магазине. Конечно, вот такая вот маленькая бутылочка стоит 53 рубля, но он такой, знаете, как вот такой пюре. Очень вкусный, мне очень понравилось, как вот полезный завтрак. Завтракать вообще обалденно, если вот так что-нибудь, легкий голод, самое то.
Так, купила вот такие вот опять хлебцы мультизлаковые с пророщенными зернами и соком. В этот раз взяла чернику и землянику. Очень классно вечером, когда что-нибудь сладкого охота, съел и вкуснее, чем печенька. Так, значит, купила снежок тоже вот вечером пить. Так, маме сметану, творог есть позавтракать. И два вот таких вот йогурта натураль. Живой персик манго и вишня черешня. Ну и здесь собакам, кошкам еда. Так что еще заехала сейчас. Заеду сейчас за мамой, за Лерой. Потом съезжу быстренько на почту и буду работать. Доброе утро. Позавтракали? Все, Наполеончик понравился? Я только приехала, ездила по своим делам. Заехала в аптеку, купила Леруське Низорал. Что-то у нее стало появляться перхоть. И никакое масло, в общем, репейное, ничего не справляется на первое время. Потом опять купила вот такой вот шампунь Низорал. Он лекарственный, лечебный. Даже вот при дерматите, вот видите, написано. Для достижения лечебного эффекта не смывать в течение 5 минут. В общем, ну, пузыречек там маленький, но он раз в неделю только его можно использовать. Вот. Такой вот пузыречек, почти 700 рублей, короче, ну, дорого вообще. И пузырек-то вот маленький, вот, меньше, чем ладошка моя. Распределить его так вот, да, на месяц? Да, ну, ему и надо раз в неделю только мыть, не чаще, он идет как лечебный. Ну, на 4 раза, как раз да, на месяц распределить, да, хорошо было. Да, хватит. Так, потом вот Лера надавали тут гематогенов, карту оформила в аптеке со скидкой. Она говорит, если вы не оформите карту со скидкой... Где дворец Фармаленд. Если вы не оформите карту со скидкой, у вас этот шампунь тогда будет 700 с лишним стоить. А так? Ну, оформила, в принципе, там ничего, но ничего сложного. Так, такие вот гематогены еще мне дали, навязали. В общем, ну ладно, съедим. Так, ну и все, сейчас тоже быстренько позавтракаю. И что, вы не пробовали хлебцы черника? Он тут съел. А, черника, земляника. И мармелад я тебе еще вчера купила. Ну, съела мармелад. Так что вот, заплатила, значит, все эти, квартплату всю заплатила. Кстати, пришло письмо, забыла совсем. Когут Валерия Ивановна, по вашу душу, деточка моя, из какого-то отделения фонда социального страхования. Что это? Ну, это вот, наверное, что эти памперсы. Это не так приходит. Ну ладно, посадишься я завтракать, у меня 15 минут, и мне бежать уже. Приехала домой, бабушка мне тут сварила спагетти, лапшу такую рифленую. Я сейчас обжариваю куриные крылышки. Буду вот так вот делать, вот по такому рецепту с Маги. Так, здесь мне написали, что нужно сначала... обжарить в течение 20 минут, затем накрыть крышкой и жарить еще 5 минут. Добавить в сковороду содержимое пакета для куриных крылышек и тщательно перемешать. Влейте 50 мл холодной воды. Готовьте еще 5 минут. Вот так вот. Ничего сложного. Сейчас я их маленечко, значит, и кушать будем, да, доча. Сейчас я маленечко их зажариваю. Вот так вот. Что? Так, купила, да, Лера мне подсказывает. Купила Лизе вот такой вот корм Пурина Фрискис для стерилизованных кошек с кроликом и полезными овощами. Вот, буду ей давать помаленечку. Бывает, утром нету у них этот, съедают все вечером, то, что шеи там куриные покупаю. Буду утром давать, помимо молока, кефира еще. Так, купила порошок, вон этот, персил. Купила этот еще вот такой вот, по акции был в Пятерочке. Концентрированный ополаскиватель для белья с алоэ верой. Был по очень хорошей скидке, его цена почти 190 рублей. А он по скидке был 89. В общем, купила, попробую. И еще купила, я уже убрала. Сейчас достану, покажу. Так, сейчас достану, покажу. Вот.
купила вот такой вот Силит Бен. Короче, я не могу справиться со своей душевой кабиной. От этого мыльного налета эти белые разводы, я ничем не могу их отмыть. Вот здесь вот тоже был по акции. Налет и ржавчина, удаление известкового налета. Ну, в общем, попробую вот этот Силит Бэнк. То у меня ничего не это. И все, сейчас быстренько жарим. Охота уже кушать. Время у нас без 15 час. Уже пора обедать. Сейчас быстренько сделаю салатик. У меня есть это... Да. Капустка айсберг. Где-то была. Вчера мандарины купила. Тоже такие сладкие. А бабушка давала тебе, доча? Так, есть у меня капустка айсберг. Так, это надо унести обратно. Все, вот здесь пускай пока постоит. Так, сейчас достану маслечко тоже. Обалденное масло. Вот это вот мне очень понравилось. Со специями. Для салата вообще шикарно. Сейчас сделаем салатик. Сухарики у меня тут есть еще для салата. И будем обедать. Да, доча? А вы что, с бабушкой ничего не кушали? Наполеончик ели, да? Давно? Мандаринки еще ели? Ну ладно, хорошо. Сейчас я тебе пока включу ноутбук. Маленечко посмотришь, а я сейчас 15 минут и все приготовлю. И будем обедать, да? Добавила я приправу эту. Сейчас зажариваю вместе с ней. Так, теперь добавляю чуть-чуть водички. Закрываю крышку. И до готовности тушим сегодняшний обед наш с Лерой. Вам не кажется, что многовато? Нам не кажется. Мы садимся кушать. Здесь у нас крылышки с вот такой вот длинной вот. Ну, она не очень длинная, сломанная, но все равно длинная лапша. Салатик айсберг с сухариками с маслом. Ну и, конечно же, мой любимый перец. Пока я не была у гастроэнтеролога. Я быстро сейчас, наверное, эту бутылочку всю съем. Чтобы, не дай бог, у меня потом не было обморока, что мне скажут, что мне нельзя. Вот. Ну, кстати, даже во многих случаях говорят, когда холецистит, острое, наоборот, помогает как-то там, в общем, для чего-то оно помогает, поэтому его могут мне и не убрать. Жирное, да, жареное, вот это то, что я сейчас буду кушать. Ну, здесь буквально, знаете, я не знаю, две капли масла, как бы, в принципе, но все равно. Поэтому мы садимся обедать. Всем, кто обедает, всем приятного аппетита! Да, Лерусь? В общем, вчера, когда на УЗИ сходила, залезла в интернет, посмотрела, что такое холецистит, в общем, и как его лечить. Ну, я поняла, что не обойтись мне, конечно, без гастроэнтеролога. Сначала думала, что обойдусь. Думаю, наверное, это какая-то там ерунда. Думала, ну, какие-то желчегонные, наверное, попить надо там, то все. В общем, нет. Оказывается, что здесь бывает вплоть до уколов выписывают, и таблетки, и травками-то всякими здесь не обойтись. В общем, записалась я сегодня к гастроэнтерологу. Вот. Не знаю, правда, что за врач. Я никогда не ходила к гастроэнтерологам. Вот. Ну, если только, может быть, в детстве у меня был гастрит. Может быть, там мама меня куда-то водила. А в таком уже возрасте, в своей осознанной уже жизни, я не ходила. Так что вот, пойду завтра, ой, в воскресенье пойду на УЗИ. Фу, блин, что говорю, на какой УЗИ? Гастроэнтерологу с УЗИ. В общем, говорю одно, а в голове что-то совсем другое. В общем, и посмотрим, что она мне назначит. Посмотрим. Ну, как бы я приблизительно
знакома с этой болезнью по рассказам других людей. Ко мне приходит очень много людей на массаж, у которых был вот этот холецистит. И как бы, ну, в принципе, это как бы и не очень страшно, но, значит, нужно будет полечиться и потом все-таки соблюдать диету. Ну и как бы сейчас. Сейчас вот я схожу к врачу, и она мне должна сказать конкретно, допустим, ну, что мне нельзя. Поэтому я сегодня ела острые перцы, потому что я думаю, вдруг мне запретят. И, значит, есть мне будет их нельзя. Вот, я готова отказаться от жирного, печеного, жареного, мне это без проблем. Но вот острое, это вот моя прям болезнь. Да, Леруся? Лера знает, как я за один прием пищи съедаю по два перчика, и для меня это вообще нормально. Вот. Ну, так что вот, вчера сходила, ну как бы не скажу, что я... В общем, я не расстроилась. Почему? Потому что почему-то у меня был такой страх идти на УЗИ. Я думала, вдруг там что-то серьезнее. Вот. Ну, в общем, все-таки, наверное, уже такой возраст, как бы, ну, я не считаю, конечно, себя там старой бабушкой, но все равно, когда 36, ну, на носу вот мне 37 лет, и все-таки, наверное, нужно уже маленечко начинать заботиться о себе, о своем здоровье, о своих вот этих внутренних органах, которые у нас засираются, простите меня за выражение, очень сильно с нашей экологией и с нашей едой, в которой сплошные консерванты и всякие там бяки, которые вообще нельзя употреблять в пищу. Вот, поэтому нужно, наверное, маленечко уже думать. И, в общем, моим детям больная мать не нужна. Как бы это вообще не вариант в моей ситуации. Значит, я должна быть здоровая и сильная. Поэтому мне надо почаще, наверное, ходить на какие-то там... Хотя я была в том году на УЗИ. Ну, вот, может быть, если бы в том году бы мне нашли желчный, то я, наверное, может быть, его уже начала лечить еще с того времени. Может быть, уже все было бы по-другому. Ну, значит, начну лечиться. Слава Богу, что оно все так, а не по-другому, там не гораздо сложнее, тяжелее. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Так что вот, пойду в воскресенье в больницу, возьму вас с собой, схожу к врачу и все вам расскажу. Скажу, что мне прописали, может быть, мне кто-то, может быть, у кого-то были такие проблемы с желчным пузырем, может быть, со мной кто-то поделится своей практикой, как лечили, что делали, как помогло, не помогло и так далее. И по поводу, кстати, острых перчиков тоже, если не сложно, если у кого так было, напишите мне, можно, нет, острое, может быть, мне уже стоит прекращать это и все есть. Вот, так что схожу и обязательно вам расскажу. Да, Лерусь? Вот, так что мы с Лерой так хорошо поели. Прям замечательно. Я сижу как квашня, мне даже двигаться неохота. Сейчас хочу сходить попробовать этот Силит Бэнк. Удаляет 100% применения. Перед использованием попробуйте средства на не менее заметном участке. При наблюдении неблагоприятного эффекта немедленно смойте водой. Вот так вот. Так, нанесите небольшое количество средства непосредственно на загрязненную поверхность, предварительно смоченную водой. Оставьте на 1-2 минуты максимум. Затем промойте поверхность губкой и тщательно ополосните водой. При необходимости повторить. В общем, они говорят, что якобы вот этим побрызгать, оставить на одну, там, до 1-5 минут и смыть водой, и все будет чисто. Я не верю. Сейчас я, конечно, попробую, но я, по-моему, брала силит уже, только не распрыскиватель, а что-то по-другому. Фигня какая-то. Ничего у меня не смылось, как вот эти вот были у меня, я вам сейчас покажу. Как у меня были эти белые. Вот, смотрите. Вот эта вот штука. Вот эти штуки. Это вообще, ну вот здесь вот так вот, если пошоркать, еще можно.
Но вот это я вот тут промывала душевую полностью доместосом. Тоже оставляла на какое-то время. Вот посмотрите, зеркало, это просто какой-то капец. Я ничего не могу с этим сделать. Может быть, я какая-то куролапая. Может быть, я не теми средствами пользуюсь. Ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, что я уже пробовала все, что можно и нельзя. Но высыхает сначала все, когда намокнет. Ой, чисто, там водичкой обдал. Ой, хорошо. А все оно высохло, и все оно обратно вылазит. В общем, я сегодня попробую, потом вам тоже расскажу. Понравился он мне, не понравился. Сейчас я его нанесу и потом расскажу вам. Может быть, кто-то знает какие-то хорошие средства против мыльного и известкового налета, потому что это для душевых кабин это прямо проблема. Мы душевую кабину покупали сюда. И вот именно с ванной, это для Леры, чтобы Леру было удобно купать. Вот, а так вообще, блин, вот душевые, это вообще такая дрянь полная, потому что вот это вот, ну, вот прям весь вид портит, и ничего с этим сделать не можешь, вот эти вот мыльные налеты, и, короче, капец какой-то. Ну ладно, сегодня попробую помою, потом вам расскажу. Ну а мы, наверное, уже увидимся с вами завтра, да, доченька? Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки. Нам очень приятно, когда мы видим, что людям нравятся наши видео, кто ставит лайки, кто комментирует. Не забывайте делиться нашим видео с другими людьми, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Лера сейчас себе выткнет глаз. Вот. Спасибо, что смотрите нас. Всего вам хорошего. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. И Лера вам посылает воздушный поцелуйчик. Всем до завтра.